Ну что ж, друзья, продолжаем играть в Game Dev Tycoon, и я не знаю, честно говоря, что нам тут еще делать крутого. Я ничего же не знаю. А, я хотел движок создать новый. Где мой движок? Потому что я, по-моему, все исследовал, что можно только. Да, давайте сделаем движок. Так, лаборатория. Все, нет бюджета лаборатории. Всех выгоним. Движок. Обзовем его Mega Game Engine. Вообще все засунем. Что только можно засунуть. Засунем все. Как бы пошло это ни звучало. Да. Все, у нас все засунуто. 5-6 миллионов, поехали. Всех ускоряем. Себя. Почему у тебя Steam не затренирован? Сколько тебе нужно? Дизайн тебе нужен, да? Давай, дизайн. Давайте, мои рабы, работайте. Сколько там можно? Рут Герера. Прям какой-то, как Porsche карьера, блин, какой-то. Так, у нас Ватсон и Тайны НЛО снят с продаж. Супер прибыль, но 2 миллиарда надо как минимум, в принципе, накопить. Мы пока заняты движком. Хотя есть движок, я, наверное, миллиард. Хотя там 5-6 миллионов всего лишь что-то движок. Ну ладно, посмотрим. Может быть, Куфу онлайн сделать какой-нибудь, не знаю, проект. Но мы сделаем что-нибудь популярное, продвинутое. Да. Что у нас здесь в лаборатории? Консоль. Не будем пока консоль создавать. Я хочу свой первый миллиард. А там уже разберемся. Так. Сейчас получим кучу очков исследований. Запустим их в всяческие стимулы, хрень стимулы. Большой стим, конечно же. Так, по Xbox у нас задолженность нормальная. Все, класс. Ускоряйтесь, давайте. Работайте, мои рабы. Все на ускорение. Что это был за звук? Странно. Так, Ватсон это НЛО собрало людей. Давайте 2400 сделаем. Давай, выставка. 2400. Ну, почти угадал, смотрите. Конечно, первое место тут. Вариантов даже нету. Так, и мне нужно будет кого-то в специализацию закачать сейчас. Кого-нибудь закачаем. Да. Тренировка. Ты не можешь. Отстойник. Ты тоже, по-моему, не можешь. Не что, да. Рут Гевира, ты должен быть кого-то что-нибудь. Господи, Рут. Ничего вы не можете, лошары. Так. Ладно. Давайте в отпуск валите. И... Так. Отпуск. Где... Блин, нет отпуска здесь. Вот. Вот он, отпуск-то. Ладно, идем, создаем новую игрушку. Точнее, продолжение будем делать. Давайте какую-нибудь суперстарую возьмем, какую-нибудь древнюю. Говно. Полоса неудачи, смотрю, у нас шла жесткая. Уфу, Alien Duty. Хорошо пошла, НЛО стратегия. Давайте. Большая пускай будет, хотя давайте супер большую, что там уже. Небольшую просто сделаем. XCOM Alien Duty. XCOM и доктор Ватсон. XCOM и доктор Ватсон. Дебильные названия побеждают. Это факт. Моя же платформа. Наш самый крутой движок будем использовать. Так, давайте сделаем на графике 6 уровня. У нас прокачано хорошо, должно быть нормально. А 7 уровень мы оставим для чего? Для следующего продолжения.
Итак, у нас НЛО-стратегия. На геймплей должен быть крутой, стратегия квеста отстой. Движок должен быть тоже неплох. Уберем всю эту херню. Что там? Квесты, история. Кат-сцены в 3D-стратегии, почему нет? Сюжет разветвленно засунем. Даже улучшенные кат-сцены поставим. Полнометражное видео тоже можно. Все. Даже как-то так сделаем. Так, сохранение мы в облаке поставим. Игра в онлайн. Базу физику берем. Расширенную физику, видеоролики. Просто сохранение. Она в облаке. Поддержка модов уберем. Нормально. Мышь, да, джойстик, геймпад. Нет, достижения нет. Нет. Нет, кооперативная игра. В стратегии это бред. Нет. Движок. На движке садится. На движок наш. На геймплей. Наш технолог. На тебя на дизайн. И меня на движок, наверное, да? Нет, тут Герера посадим. Нормально. Что-нибудь путное да выйдет, надеюсь. Хотите ли продавать XCOM и другие... Продавать? Я хочу рекламировать. Наша УФО совсем там сдохла, давайте посмотрим. Сколько ватт он заработал? Молодец, $100. 100 миллионов долларов, конечно же. Так, УФО онлайн, смотрите. Не такие уже убытки, можно будет сделать дополнение. Это, кстати, может быть. Так, у нас Спенсер не занял уровень, так что посадите его на занял уровень, и надо его экономить. Дизайн уровней. У нас, конечно, Спенсер Кастильо садится правильно. Так, интеллект должен быть крутой, диалоги должны быть фиговые. Интеллект, мне кажется, должен быть вот так. Вот так. Диалоги. Нафиг. Озвучка просто будет. Простой язык тела. Вот так. Редактор уровней. Да. Нет. Нет, как загрузки, динамичное окружение. Да. На диалоги посадим Гэвина Рассела. Нет, ну пускай Мигера Миямото сидит. Дизайн уровня наш Спенсер, естественно. И на интеллекте нужен крутой технолог. А он, блин, был забит. Ладно, тогда Гэвин садится. Так, лучше, ну, по максимуму тогда. Давайте, мои рабы, работайте. Все на ускорение работайте. И я вместе с вами. Так, у нас дизайн мира, графика, звук. Стерео 3D уберем. 3D графику 6 уровня, да. Стерео, объемный звук сделаем. Саундтрек. Нормально. Звук не самое главное в стратегиях. Дизайн мира должен быть и графика неплохая. Экономика виртуальная пускай будет. Богатый пистолет уберем. Динамичный мир. Погона, да. Теперь вопрос, кто сидит на дизайне мира. Логан. Я на графике. И кого-то на звук, например, тебя. Но все нормально. Куча очков исследований надо будет запускать. Тренировку народу обязательно. Но сейчас я хочу миллиард заработать. Если это будет, конечно, возможно. Так, у нас Гейн Рассел неплохой чувак. У нас он качается в технологии, да? Давай. Рут, ты во что качаешься? Технологии, давай. Баги исправляем. В пятером уже. Давайте.
только что-то не понял. Мне кажется, зеленая полоса это лучше, а красная это хуже. Так что пускай будет. Ну, может быть, сделаем кафу просто дополнение какое-нибудь хорошее, интересное. Вдруг получится, правильно? Все, баги исправлены. Отлично. Хорошее управление. Так, 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 так. Никто не прокачался. Ваши шары. Давай в отпуск. Отпуск. Видите, там, где присутствует Ватсон или Холмс с Эркюлем Пуаро, это просто бест игры, бест. Класс, 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 класс. Супер. Вали в отпуск нафиг. Ты тоже. Сказал, в отпуск вали, блин. 2,5 миллиона в первую же неделю продаж. Первый ранг. Все, мы миллиард заработаем. Это 100%. Тут даже вариантов нету. Гивен Рассел. Давай дальше тренировать тебя. А, все. Ты у нас будешь на движках специализироваться. Ага, так, кто у нас ты? Ты у нас... Я у нас кто? Дед Пихто. Давай тогда дизайн тебе прокачивать. 5 миллионов. Так, тренировочка. Так, 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 так. Ты у нас прокачивай. Технологии, программирование. Остальные в отпусках. Дамы и господа, неожиданный хит года. XCOM и доктор Ватсон от Cloud and YouTube. Я редко где встречал такое отзывчивое и удобное управление. Истинное удовольствие от игры. Редкой игре удается вас увлечь настолько, насколько это дает XCOM и доктор Ватсон. Йорг Лонджер. Геймного. Ну что, у меня миллиард баксов. Что дальше? Эта картина служит, чтобы называться А-классом, да. Да-да-да. Мигера Миямото, кто-то у нас. Стимул тебе надо прокачать, давай стимул. Тебе как раз стимула нету. Рут Герера. Ты у нас технолог, вперед. Так, сделаем миллиард, то есть миллиард мы сделали, самый крутой движок мы сделали, теперь сделаем дополнение к UFO Online. Выпустим дополнение. Большая ММО, понятное дело, НЛО, жанр РПГ. Может, сменим жанр? РПГ. РПГ-стратегия. А, нельзя менять. РПГ. Приключения тогда пускай будет. Обзовем ее UFO. Дополнение UFO онлайн. Holmes Edition. Holmes Edition. У нас пока практика, что Ватсон и Холмсы тащат проекты за собой, поэтому Холмс и Ватсон теперь будем пихать везде на PC, ничего не заменять. Игровой движок только поставим, самый крутой. Так, для всех. У нас RPG приключения НЛОшка. Давай. Графику 7 уровня, конечно же. Ну что, начинаем. Движок. Гейвен Рассел садится по-любому. Он у нас технолог. Движок и гейм... Так, это переключение, значит, сюда. Геймплей. Движок. История квеста должна быть... Блин, ну, для приключения должны быть квесты высоко стать. Давайте топовые сделаем. Геймплей. Движок мы сделаем... Вот так, движок чуть-чуть хуже. Да-да-да, простая катсцена нет. Интерактивная история. Даже захватывающую историю сделал. Интерактивные квесты. Да-да-да-да-да. Да, моральный выбор тоже сделаем. Мультиплеер, игра в онлайне, базовая физика включим, поддержка модов. Сохраняшечка. Все на максимум.
Мышь, геймпад, джойстик. Да, 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 да. Нет. Здесь персонаж дерево умений, кооперативная игра. Так, хорошо, геймплей. Кто на геймплее, ребята? Кто на геймплее? На геймплее пускай будет... Нет, тебе нельзя. Рут Гевера. И Логан на квестах. Давайте. Большой стенд. Ускоряшка, 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 ускоряшка. И тебе тоже ускоряшка. Ажиотаж. А, ажиотаж, ажиотаж. Тоже забыл, извините. Большая компания. $1,100,000,000. Все. Осталось еще это успешное дополнение, и можно заканчивать, наверное, с игрой. Ну или, по крайней мере, не так часто серии пускать. Не знаю, в принципе, решайте вы, наверное, потому что... С другой стороны, делать-то особо нечего. Я не знаю, что-то еще можно придумать-то. Так. Рассел, Рассел, Рассел. Рассел, ты не сидишь. Ты не сидишь, ну, сказал, конечно. Интеллект мы чуть занизим. Дизайн уровень в максимум. Диалоги и приключения тоже хороши. Вот так. Улучшенные диалоги. Дерево диалогов. Крутая озвучка. Улучшенный язык тела. Даже реалистичный посадим. Что там улучшим? Что там улучшим? Что там мелочиться? Так, Гевин Рассел. Оставайся на интеллекте. Так и быть. Дизайн уровней. Спенсер сидит по-любому. Да, 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 да. И диалоги, диалоги. У нас Мигира Миямото. Лучше буду я. Вот так. Так, супер! Давайте, ребята, работаем. Конечно, маловатое дополнение, но ладно. Стратегия. Да мы делаем дополнение. Ватсон, 18 миллионов, 18,3. Второй ранг до сих пор держится. Блин, мы можем годами продавать. Но Xbox One надо, видимо, менять уже. Так. Так, 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 так. Стерео 3D. Дизайн мира должен быть хороший. Подключение, конечно же. Звук так себе. И графика неплохая. Пожертвуем звуком. Оркестровый саундтрек, ладно, так быть, объемный звук. Тут все на максимум тоже, да-да-да-да. Богат, все тоже на максимум, включим. Дизайн мира, дизайн мира, дизайн мира. Так, дизайн, дизайн, дизайн. Кого на звук? Технолога на графику. Миямото на дизайн мира и меня на звук. Давай, тащи. Так, ну идем ровно, это баланс очень хороший у игры. А я для PC делаю, не, ну Xbox, давайте Xbox. Но снимем с производства, как снимется и в Watson, да, снимем с производства, в принципе. Так, Михера Михамото, Рут Герера. Специалист по технологиям. Давай. Ты, тренировка. Специалист по технологиям, давай. Ты, кто бы то ни был. Давай, дизайн. Мне надо тебе технологии подкачать немножко. Мигера Миямото. Дизайнер. Ты. Ты нет, ты работаешь. 20 миллионов копий, 283 миллиона. Офигеть. Все, Xbox продаем нафиг. Снять с рынка. Да. Cloud Intube сняла с продажи свою Xbox One. Xbox One была вторая консоль, созданная нашей компанией. Теперь в лабораторию зайдем, посмотрим. Давайте консоль, в принципе, сделаем еще одну.
Надо какой-то дизайн красивый сделать, это уже совсем какой-то... Вот. На максимум название консоли Cloud System. Cloud System. А далее... А, только одну можно выбрать. Да-да, последнее, конечно же. Последнее поколение. Все, что можно, засунем. Засунули все, что можно. Засунули. Бюджет 3 ляма в месяц. 3 ляма, я сказал. 3 ляма! Ляма! Блин, не хочет, ну ладно. 1 миллион фанатов, офигеть. Выставки, давайте бюджетик сделаем на выставке. Вот так. Нормально, все, завершаем игру. Комбо, хорошее управление, куча всяких прокачек, отлично. Сотрудники, да? Молодцы. В отпуск. Отпуск. Холмс, не подведи! Блин. По-моему, в этот раз дополнение получше. Не, такие же оценки, такие же. Все-таки Клауд еще не научился делать самому. Я не знаю, что делать. Ну, денег у нас много, экспериментировать можно долго. Поэтому проблем с этим нету. Один миллион, смотрите, как подскочил. Смотрите, как подскочил, а? Пошло продаваться. Дополнение это пошло. А вы говорили, что не пойдет. Да, 2.8. Какого хрена 2.8? Ну, как-то так. Ладно, что сидим, ребята? Давайте делать новую игру. Точнее, продолжение какое-нибудь старое. Ля-ля-ля. О! Давайте займем госпиталь. Мне нравится. Большую игру. Взаим ее. Блин. Больница. На ком-нибудь. Кавказа. Больница Кавказа будет. Стратегия, платформа. Что там у нас? Давайте на PlayStation. Мега-движок. 2 миллиона. Нормально. Да-да-да, седьмая графика, нормально. Больница Кавказа, что может круче? Кто играл в такую игру? Я не играл, а вы играли? Наконец-то Майоф онлайн после дополнения пошла в плюс пока что. Это хорошо. Итак, у нас стратегия, значит, у нас должен быть история квеста на минимум. Геймплей, движок на максимум. На движке у нас сидит Гэвин Рассел. На геймплее у нас сидит... ты. И на квестах истории сядет какой-нибудь ты. Да. Моральный выбор уберем. Ушный катсцены, полнометражное видео. Да. Интерактивная история. Вот как-то так сделаем, я не знаю. Не будем сильно выеживаться. Да. Игра в онлайне, сохранение. Расширение, физику базовую уберем. Это вот так сделаем. Достижения нет. Кооперативную игру, да. Как-то так. Сразу же маркетинг нужен. Конечно же, самый дорогой. Ну что, наш Cloud System разрабатывается, лаборатория делает, уфо, пока идет успешно, я смотрю. Денег мы зарабатываем больше, чем тратим на обслуживание. Что может быть круче, да? Так, больница, стратегия. Так. Интеллект должен быть неплохой, дизайн уровня, диалоги, ну, тут как раз там поменьше. Дизайн тогда в максимум. Интеллект тоже чуть-чуть поднимем.
озвучка голосами актеров, дерево диалогов уберем. Простой язык тела включим. Давайте лучше просто включим. Так, дизайн уровней. Ты, конечно же, на диалоге сядет. Сяду опять же я. И на интеллект нужен технолог. Технолог у нас... Ну, Рут пускай сядет. Да. Ускоряемся, ребята. Давайте поднажмем. Мне жалко, стратегии не успел, ну ладно. Так, ММО начинает немножко терять. Хотя не обслужим пока. Опережай, давайте посмотрим. Блин, не успел. Так. Дизайн мира у нас, по-моему... А, у нас уровня дизайн мира нету. Дизайн мира тебя. Сделаем порнографику, чуть-чуть хуже дизайн мира. Звук такой сделаем. Так, 3D. Ага. Да. Здесь все, да. Так, ты где сидишь? Ты на графике, да? Ну, давай тебя посадим на графику. На звук. Меня. Дизайн мира Миямото. Нет, тебя. Вот так нормально. Все. Супер. Так, я хотел посмотреть. Нет. Уфу онлайн ММО, смотрите, ну уже сокращаем минусок. Потихонечку мы выходим в плюс. Так, ажиотаж хорошо, технология дизайн хорошо. Да. Большой стендик. Игрушку завершаем. Так, Рут, тренировку тебе сделаем. Кому-то еще можно специализацию вкачать? Нет, мне. Мне можно, дизайн мира. У нас дизайн мира нету. Берем. Отличненько. Давайте, ребята мои, работаем. После моего продолжения про Уфо ММО фанаты на 100 тысяч поуменьшились. Жуть. Отлично. Надо прикачать делать ММОшки, то что-то какие-то неотстойные получаются. Ускоряемся. Все в отпуск. Накачиваем наши баги и... 4, 3, 2, 0. Завершаем. Так себе будут оценки, я уже чувствую. Больница в Кавказе не тянет в этот раз. Ну, неплохие оценки, но... Ну, 8, я же говорю, неплохие. То есть 8, 7, 10, наверное, 9 будет, да? Вот будет 8 или 9. 7 даже. Тут тоже где-то 7 или 8. 8. Нормально, продастся большим тиражом. Больница Кавказа продалась почти лимоном за неделю. Больница Кавказа хорошо сделана. Сомневаюсь, что больница Кавказа хорошо сделана. Ну, пускай будет так. Давайте какой-нибудь контракт возьмем себе. Может, какой-нибудь крутой есть. Вот денег дают дофига. Ускоряемся. Контрактик.
Давайте, ребята, давайте на дизайн, 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 дизайн. Давай, 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 тащи, 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 тащи. Успеваем, успеваем, yes. Отлично. Дальше, 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 дальше. Найти работу по контракту. Давай тебя. Я все жду, чтобы моя консоль была. Ну, давайте пока продолжим какой-нибудь сделаем, что-то можно ждать. Какой-нибудь древнее. Древнее, древнее, предревнее. Такое же древнее, что вообще капец. А, Half-Life, ну. Почему бы не сделать Half-Life? А, класса. Half. Или пол литра 4. Пол литра 4. Для всех научная фантастика. Приключения. Play System 4 Mega Engine. Наши V6 движки сделаем. Сразу же маркетинг на полную мощность. Пол литра 4. Давай, 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 давай. Работаем, ребята, не стесняемся. Движок, конечно, Гэвин Рассел. Фантастика, приключения. Да, 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 да. Должны быть неплохие квесты прокачаны. Геймплей. История квеста на очень фантастике, приключения должны быть просто офигенные. Ну, должны быть просто. Мне кажется, движок и чуть-чуть хуже геймплей. Моральный выбор, захватывающую историю. Да, 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 тут все круто сделаем. Да, 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 на геймплей кто сядет? Ребята, кто на геймплее? На геймплее сядет... Рут. На геймплей и ты на историю. Так, расширена физика. Игра в онлайне не будет. Вообще мультиплеера не будет никакого. Сохранение, да. Видеоролики, базовая физика, да, поддержка модов, да. Мышь геймпад, достижение дерева умений, да. Да, да, да. Нет, кооперативной игры тоже не будет. Хотя надо было вставить, это же игра класса А, надо все включать. Мне кажется, надо было вставить, я сейчас тупанул, ну ладно. А, что я нажал? Что, что? Что там было написано? Кто видел? Какого хрена? Что случилось? Cloud и YouTube объявили... А, все, да. Новая консоль, что-то я испугался. Раньше времени. Смотрите, больница Кавказа уже 5 миллионов копий продалась. Офигеть. Кто мог подумать, да? Просто жуть. Давай, давай, давай. Почему все в технологии уходит? Так, отлично. Значит, у нас есть кто? Дизайн уровней. Спенсер, да. Дизайн мира. Это я потом. И на движок я. Потом. Значит, у нас интеллект сильно не нужен. Диалоги неплохо. Дизайн мира. Вот так должен быть. Вот так. Да, даже дерево, приличный язык тела поставим. Да, 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 да. Дизайн уровней. Спенсер Кастильо, да. Мне на дизайн мира. Или я уже был на дизайне мира? И, наверное, не был. А, был я уже на дизайне мира, да. А Клауд сейчас на диалогах сидит. На диалогах сядешь ты. На интеллект сядет эта девушка. Да, да, да. Да, все на максимум. Больница в Кавказе, 7-4 миллиона дохода. Нормально. Я же ажиотаж делал маркетинг, да? Давайте еще раз сделаем. Если не делал вдруг. Так, вот теперь это нужно все ускоряться. Всем нужно ускоряться.
Давайте, проект А-класса должен быть кучей технологий, кучей дизайна. Я вас верю. Босс, мы закончили, кажется, наши собственные выставки. Отлично. Как раз подойдет. Так. Дизайн мира. Я, конечно же. Почему должен быть крутой? Крутая должна быть графика. Звук должен быть так себе. Да, класса, стерео, 3D, ля-ля-ля-ля-ля. А, графика звука, звук. На звук мы сядем. Так. Ты сядешь сюда. На звук посадим кого-нибудь. Тебя. Вот как-то так. Да, все супер крутое, кроме виртуальной экономики. Хотя пускай будет, это же крутая игра, это же класс. Все в максимум докачать. Да, и знаете, я что делаю? Я уфуюсь с производства, потому что она бесполезное говно. Там уже даже в минус, по-моему, работает. Уфу онлайн. Смотрите, обслуживание больше, чем продажи. Снять с рынка продажи, да. Да, доход, который не нужен был. Мы получили сообщение, что Cloud NTUP завершает карьеру своей мамошки. 59 месяцев. Своё недовольство. Да пошла ты нафиг. Я вам не Blizzard, блин. Скоты. Так, ну и моя консолька. Выпустили консоль. Короче, круче только яйца. 10 лет, отлично. Полмиллиона консолей в первую неделю, ну неплохо. Хотя могло быть и лучше. Так, тебя в отпуск давай. И тебя тоже в отпуск. Ну что, завершаем проект? Давайте, ребят, быстрее завершайте. Ага, вот собственная выставка. Сколько придет народу? 2500 минимум ставлю. Yes, я угадал. Все. Возьми пирожок с полки, да? Ребята, ускоряйте все. Так, Рут Герьеров. Куда тебя тренировать-то надо? Нет, ты у нас тоже ничего не... Так, блин, подожди. Тренировка. Нет, специализации нету. Ты Миямото, блин. Ой, Миямото, ты вообще не очень интересно качаться. О, диалоги, смотрите. Отлично. Ну, давай. О, Cloud System хорошо продается, 3,7 миллиона уже продалось, 3,7. А мы еще только не начали. Давай, работайте, ребята. Баги быстрее исправляйте. Хотя я думаю, что нажимаю зря вот на багах, я не думаю, что они быстрее работают. Вот это. Ну ладно. Давай, А-класс. Ну. Давайте рут тренировать во что-нибудь в технологии. Давай. Без единого бага! Кучу рекордов на графике 6 уровня. Проверенной графике 6 уровня. Должно прокатить. Пол литра 4. Давай. Пол-литра 4, это самое дурацкое название я прокатил. Ну, у нас только дурацкие названия прокатывают, по-моему. Отлично. Не самая, конечно, супер успешная, но девятки, восьмерки — это круто. Это круто, значит, продастся миллионам минимум в первую неделю.
Ать, не угадал. Продолжение. Критики высоко оценили. Пол-литра 4. Они просто выпили пол-литра и оценили. Да-да-да-да. Хорошо сделано, кто же сомневается. А я в отпуск валите. Столько трудились, бедные. Давайте валите. А не ты. 1 000 000 копий. Ну что ж, тогда я предлагаю на этом закончить эту серию. Закончим ли мы эту игру, решайте сами. Потому что, в принципе, мы уже все сделали, что можно. И тут дальше это тупо штамповать игры. Насколько это будет интересно, одно и то же. Смотрите, из серии в серию одно и то же. Я не знаю. Тут дальше можно бесконечно хоть 10 миллиардов накопить. Это несложно. Я не знаю, есть ли там еще какие-то... Круче там исследования какие-то, но, по-моему, уже были все исследования, которые только могли. Тем не менее, с вами был Клауд, надеюсь, вам понравилось. Пока-пока-пока.